Гидродатчики контроля паводковой ситуации, показатели с которых глава города получает напрямую, показали в станице Анапской превышение нормального уровня воды. Цифры, свидетельствующие о неблагоприятной ситуации, вызвали беспокойство главы города. Сергей Сергеев вместе со специалистами решил на месте оценить возможные риски. Основная причина, мы сейчас выяснили, вот от этого моста и мыс Анапский затруднен проход воды. Алексеевский. Почему? Алексеевский. Смысл какой? Вот здесь на датчике он сейчас показывает 1 метр 53 сантиметра в сравнении с морем. А выход на Анапки всего 11 сантиметров. Перепад 1 метр 40. Да. Представляете? Значит, где-то она ее держит. Ее держит. Сергей Сергеев поручил обследовать все русло реки Анапка и выработать план первоочередных мероприятий. В муниципальной программе предусматриваются средства для расчистки водотока. И подобным образом уже почистили водное русло рек Уташе, Джигинки и Юровки. До весны мы дотерпим, да? Вот это до весны дотерпим. Почему? Потому что, смотрите, по метеоусловиям, вот в этот месяц, ноябрь, выпало 69 миллиметров, при норме 50. А, то есть превышена норма. Превышена, да? Норма. Но это ты у нас смотришь, а вода-то приходит вон оттуда. Сейчас я доложу. Но вот эти осадки выпали за последнюю декаду, а за последние 3 дня 40 миллиметров наложилось. И мы обследовали, и сегодня продолжали обследование всех гидротехнических сооружений Новороссийска. Видимых признаков, что у них прорывы, ничего мы не обнаружили. Ситуация находится на постоянном контроле и особых рисков не вызывает. Однако глава подчеркнул, что она требует дальнейшего пристального внимания оперативных служб.